Пока вы озабочены тем, что скажут о вас другие люди, вы находитесь в их власти. Жизнь начинается там, где заканчивается ваша зона комфорта. Справедливость – это поступок, а не наказание за проступок. Принимайте все, выбирайте лучшее. Чем важнее вы себя считаете, тем мелочнее становитесь. Пусть внешний мир будет таким, какой он есть. Создавай свой внутренний мир таким, каким ты хотел бы его видеть. Это мастерство жизни. Боль является результатом суждения чего-либо. Убери суждение, и боль исчезнет. Когда приходит понимание, осуждение уходит. Не будь искателем, будь тем, что ищут другие. Ирония жизни состоит в том, что как только благополучие и успех в жизни перестают тебя заботить, путь для них открыт, и они приходят к тебе сами. Счастливые никогда не требуют, чтобы дела обстояли иначе, чем они обстоят сейчас. Научись не судить и не порицать, но невозмутимо принимать обстоятельства своей жизни, зная, что все происходящее совершенно и все случается в нужное время. Относиться к другим с любовью не обязательно означает позволять другим вести себя так, как им хочется. Ад – это противоположность радости. Это нереализованность. Это знание того, кто и что ты есть, и невозможность пережить это. Это значит быть меньше. Мастера – это те, кто выбрал любовь. В любом случае. В любое мгновение. При любых обстоятельствах. Не бывает случайных совпадений. Не существует такая вещь, как совпадение. Ничто не происходит случайно. Жизнь – не дело случая. То, как ты поступаешь по отношению к другим людям, вернется к тебе рано или поздно. Это закон окончательного возврата. Он не имеет ничего общего с наказанием или вознаграждением. Так устроен мир. Ты получаешь то, что посылаешь. Это неизбежно. Никогда не предлагай помощь, которая лишает человека собственных возможностей. Никогда не настаивай на оказании помощи, которая, по-твоему, необходима. Когда ты думаешь, говоришь и действуешь, исходя из негативного понятия вроде «я», «неудачник», ты приводишь в движение огромную созидательную энергию. Будет удивительно, если ты отделаешься простудой. Это самое малое, что может из этого получиться. Считается, что показателем развития человека является именно то, что доставляет ему радость. Не существует того, чем ты не можешь быть, не существует того, чего ты не можешь сделать,
не существует того, чего ты не можешь иметь. Ответственность перед теми, кого мы приручили, в том, чтобы научить их быть самостоятельными и обходиться без нас. Нужно менять не обстоятельства, нужно менять сознание. Жизнь – это отдавать все, что у тебя есть, всем, кого любишь, без колебаний, без вопросов, без ограничений. Самый любящий человек тот, кто сосредоточен на себе. Гений – это человек, который вспомнил то, что вы все забыли. Поведение – дитя веры, а вера живет в сердце. Думай о том, о чем ты думаешь. Будь светом в темноте и не проклинай ее. Не забывай, кто ты есть, когда тебя окружает то, что не есть ты. То, чего ты ждешь, придет, когда ты придешь с этим. Исцеляя сердца других, ты исцеляешь свое собственное сердце. Невозможно петь в паршивом настроении. И невозможно сохранить паршивое настроение, когда поешь. Поэтому пой. Каждым своим действием человек определяет себя. Очень часто, когда кажется, что жизнь разваливается на куски, на самом деле она просто впервые собирается воедино. Средства для создания счастья изысканно просты. Отдавай, наблюдай, слушай, чувствуй, улыбайся, пой. Знаешь ли ты, что можно делать людей счастливыми, просто выслушивая их? Слушать – один из самых богатых способов заниматься любовью. Список дел на сегодняшний день диктуется твоей душой. Сейчас единственный вопрос – слушаешь ли ты ее?